Итак, всем привет. Это такой поздний стрим. Будем смотреть, сколько человек к нам придет. Пока у нас вроде все пусто. Итак, тема сегодняшнего разговора – это отечественные и французские автомобили. Ну, как мы все знаем, у нас есть, так скажем, автомобиль Лада, производство, так сказать, российское, и есть автомобиль Рено, который многие считают, что он производство Франции, но как сегодня в мире случилось, что очень много брендов смешались между собой и случаются некие коллаборации. Так и в Ладе встречаются детали из французских автомобилей. В частности, Валио, по-моему, делает то ли стартеры, то ли еще что-то. Так, вторичный рынок автозавода. Да, все правильно, Валио. Валио — это французская компания. У блогера клубный сервис. Не помню, как его зовут, но сейчас я вам открою, продемонстрирую. Вот, клубный сервис. По-моему, он разбирал Ладу Весту и рассказывал, показывал ее начинку и как раз разговаривал, что, значит, по сути, начинка Лады Весты там полностью, что ли, или не полностью состоит из многих французских компонентов. И они, понятно, блок двигателя, там сам двигатель, некоторые узлы, там все такое, это не трогается, как бы, но это в механике, потому что когда ставится автомат, этот же автомат на гранте, автомат Джатка, Джатка, по-моему, сейчас мы с вами переведем на английский, Джатка, по-моему, это тоже французская компания. Джатка, вот так вот. Так, коробка. Ну, КПП давайте напишем просто. Японский. Ну, тоже ставился, тоже на какие-то автомобили. Не могу найти то видео, что он все-таки разбирал. Но, по-моему, Лада Веста вышла, по-моему, у нас давно. И, соответственно, разбирать он его должен был давно. Ну, по-моему, это самое просматриваемое видео на его канале. Сейчас мы с вами посмотрим. Но если не найдем, то ничего страшного. Да, все верно. Мы нашли Лада Веста. Сейчас мы отключим звук и просто будем комментировать по картинке. Значит, смотрим, когда они. Вот. Вот, то есть видно двигатель. Видели, да, этот кадр? Небольшой лайфхак. Обновляйте страницу, и реклама пропадает. Но не всегда. Иногда можно, значит, сбросить это все. Так, все у нас сбросилось. Сейчас посмотрим. Значит, вот все компоненты. Видите, Валио, Валио, там очень много Валио. То есть, по сути, значит, автомобиль, который считается отечественным каким-то, может, прорывным, потому что многие, когда увидели Ладу Весту, они посчитали ее дизайн прорывным, что эти линии, эти X-образные акценты и все подобное. Но давайте вот возьмем обычный некроз. Значит, по сути, я не знаю, платформа какая у этого автомобиля, взята со старого или не со старого, но это, наверное, соплатформенный с какими-то другими иностранными автомобилями, как я уже говорил, что они между собой привыкли коллаборационировать. Ну, ладно, сложное слово, так сказать, выговаривать не у всех получается. Но, тем не менее, значит, давайте посмотрим. Так, у нас один человек, один зритель. Значит, смотрите, вот Лада Веста, семейство российских, ну, взамен семейство Приора. Так, платформа Лада Б. Угу.
какие-то безумные проекты. Ну, в общем, мы можем понять, что платформа LADA-B. Ну, значит, какая-то разработанная платформа, которая была еще задолго до концепта. То есть все мы помним, как выглядел концепт Лады Веста, и все ее хотели. Но когда она вышла, она как бы это было уже не то, что все ждали. Ну вот, это вот концепты вот такие вот. Понятно, если бы Лада Веста вот такой была, ну это версия купе, как мы видим. Но самый большой обман произошел, когда, значит, люди ждали Лада X-Ray. X-Ray, значит, и концепт. Мы сейчас с вами посмотрим. Вот, посмотрите, концепт X-Ray. Концепт X-Ray и то, что вышло. Безумно маленькие вот эти колеса. Вот когда здесь делается хромированный, ну, точнее, не хромированный, а черные вставки, да, чтобы не ржавели арки и все подобное, конечно, это визуально увеличивает. Колесные арки делает колеса какими-то мощными, но поверьте, вы в своем городе видели Ладу X-Ray Cross, и посмотрите, это до невозможности, это убого выглядит. И этот лючок у бензобака, который как дверь, то есть что было в концепте и что нам дали, то есть его сузили, его сделали таким, если честно, не очень красивым. Так, ну что значит хочется еще сказать? Это мы посмотрели, и очень важный, кстати, акцент сделали на именно в версиях X-Ray и X-Ray Cross, то есть чуть-чуть приподнятых, которые якобы а-ля бездорожье, но что они хотели на переднем приводе и со 100 лошадями, это, конечно же, загадка. Ну, давайте посмотрим, как я уже хотел сказать, на Renault. Ну, давайте с Логана начнем. Логан — это у нас конкурент Весты, тоже седан, там все такое. И у Логана тоже есть, так сказать, кросс. Это его вот Stepway. Он высокий. Буквально сегодня в городе видел Stepway. Очень большой клиренс. Порядка 20, может быть, дальше даже больше сантиметров. Впечатляет, если честно. И почему я сегодня хотел разобрать именно... Смотрите, 1 000 000 рублей стоит. Почему я хотел именно сегодня разобрать отечественные и, значит, французские автомобили? Потому что, значит, мне в комментариях, так сказать, подписчик предложил сделать обзор. Обзор на его автомобиль, как раз Renault Sandero Stepway. Довольно неплохого года, такой свеженький. Вот сейчас найду этот комментарий. Вот. Здравствуйте. Здравствуй, Армен. Могу представить на обзор свой автомобиль Stepway 2. Естественно, потом я связался со Станиславом. Мы даже виделись в городе, мы обговорили, но из-за, так скажем, рабочего графика нас двоих мы не смогли договориться. И впоследствии я уже как-то долгое время просто не писал, когда освобождалось время, но, сами понимаете, нужно выбрать довольно свободный день, чтобы сделать, так скажем, автообзор. И то есть я долго задумывался, что стоит ли, ну, конечно же, стоит, видео на канал это очень полезно, но именно Sandero Stepway, что про него говорить, да? То есть вот этот автомобиль довольно красивый, естественно, понятно, что фары от Логана идут у него, а сами эти фары еще от какой-то машины они берут. Вы знаете, что у Ларгуса скоммуниздили эти же фары. И как бы мы все понимаем, что чтобы вот видите, да, вот есть очень много обзоров, самый честный обзор, 6 лет и без проблем. Конечно же, эти автомобили крепкие, то есть по сути они славят, у них такая же
Слава, как у Лады Калины или Приоры, то есть это двигатель, который тоже вот на 82 лошадиные силы, он крепок. То есть все, что уже идет дальше, двигатели, которые уже на 16 клапанов и все подобное, они уже, конечно же, не такие ресурсные. А самый простой 82 лошадиные силы. Самый простой на 82 лошадиные силы, он, значит, он очень тяговитый, и его хватает. Конечно же. Потому что там все просто. А когда все просто, естественно, можно ездить как угодно. Значит, вот этот двигатель. То есть простой. И почему следственный, и почему на нем ездят очень много, долго и, так скажем, наслаждаются. По сути, что можно про него интересного рассказать? Ведь автообзор может должен как-то шокировать зрителя, показать ему то, что он, может, скажем, что-то новое узнает, но про них, как вы видите, очень много уже все люди рассказали. Он даже тест-драйв авто про них тоже делали очень крутые ребята, делают хорошие автообзоры. Салон, если честно, этих автомобилей мне не понравился. Можно сказать, мы сейчас сделаем такой предначальный обзор, потому что я своими глазами как раз сидел в этом автомобиле. И, то есть, как бы меня не устроила панель. И вообще салон, потому что это был, ну, конечно же, это был топорный пластик. Он и Вести вроде, он тоже топорный, но, не знаю, вроде как можно было и что-то как-то по-другому сделать, но это же Рено. Как бы просто вечный автомобиль. Что касабельно коробки, касабельно двигателя. То есть вот этот салон можно открыть на полную фотографию, если можно. Нет, нельзя. Ну вот, мы видим, то есть это в принципе напоминает Калину, потому что эти же круглые воздуховоды. Тут у нас, естественно, может быть мультимедиа, но у Станислава, естественно, комплектация не настолько богатая. У него здесь, по-моему, стоит магнитола и какой-то органайзер для каких-то вещей, вы знаете, это либо телефон, либо что-то такое тоже плоское и компактное. Естественно, руль, там на руле какие-то кнопки. А в автомобиле есть какие-то секреты. Станислав даже снимал про них видео и получил очень много просмотров. То есть в этом автомобиле есть какие-то секреты, в принципе, как и в любых других. То есть это какие-то кнопки, какие-то там запрограммированные вещи, то, что нужно там нажать 2 или 3 раза, и там, что там какое-то меню откроется, или запрограммируете стекла там. Ну, в общем, вы понимаете, это если вы владелец автомобиля Kia Rio, то, в принципе, можете понять, что, допустим, это же автоматическое закрывание дверей на ходу более, когда едешь более 15 км в час, оно как бы зависит именно от того, как запрограммированы. И есть много видео в интернете, как можно это программирование снять и запрограммировать на что-то другое. Это же включение кондиционера, когда вы ставите на стекло обдув и полностью на холодное, и включаете на первую скорость, значит, вентилятор. Тоже это все можно изменить. Это так называемые секреты. Два автомобиля. Это Рено Сандера Степвей и Лада Веста. По сути, что в них такого? Ведь я, как уже говорил, они братья. Потому что много деталей перекочевало с одного автомобиля в другой. И сейчас невозможно у нас там найти автомобиль и сказать: о, вот Митсубиси, это японский. Ну, извините, сейчас у нас много что собирается и у нас, и нельзя назвать просто японца японцем, потому что японец
Если собирался в Японию, то он японец. И если у него только японские детали. Но, видите, мы не можем сказать, что вот Лада Веста это отечественный автомобиль, хорошие сборки, там все компоненты наши, все собрано у нас. Нет, конечно. И в двигателе, и в любых других местах. Может быть, это салон или что-то другое. Все имеет место, как бы быть иностранным или что-то взаимственным, потому что прошли те времена, когда все собиралось только в одном месте. Естественно, все так у нас перекочевывает. Этот же Логан, даже не Логан, извиняюсь, а Лада Ларгус, вот новый, который вышел. Вот, посмотрите, ничто фары не напоминает. И был выпуск у Марата Бороды. Как же без него? И Лиса. Они как раз обсуждали автомобиль Largus Cross. Марат топил за то, что, извините меня, где там что-то российское. А Лиса говорила, что это неизбежно, уже, значит, все это завоевало рынок. Значит, уже невозможно найти что-то другое. Невозможно найти автомобиль, который не имел бы интеграции с какими-то другими странами, другими производителями. Как бы все между собой вот так вот общаются и происходят, ну, вот такие слияния. И что мы как бы получаем? Потому что если бы, как сказала Лиса, если бы все было собрано в России на Ларгусе, то это был Ларгус не стоимостью 700 или 800 тысяч рублей, а он бы стоил все там 1 200 000, 1 300 000. Но, естественно, это очень сильно разозлило Марата. Если хотите, можете посмотреть видео Марат Борода и Лиса на канале у Лисы опубликован, можете посмотреть. Ну, а на сегодня все. Я обсудил то, что хотел. Конечно же, видео стали что-то редко выходить, но, естественно, как только со временем будет хорошо, мы снимем тест-драйв на BMW пятерку 528 X-Drive и много других видео. Ну что ж, до новых встреч. Всего вам доброго. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и, так скажем, пока.